Привет всем любителям вкусных историй. Сегодня у меня обзор нового заведения. Это Folks Sushi. У них есть еще Folks Croissant. Посмотрите, вот здесь обзор. Я его делал. Вот видите, мне даже в пакетах от Folks Croissant привезли это все добро. Я заказал у них сет под названием Folks. И один ролл под названием Banzai. Сегодня, как вы видите, за окном отличный солнечный день. Ну, а я приступаю к дегустации. Посмотрим, что здесь в пакетах. Это, скорее всего, запеченный ролл и баночка соевого соуса. И здесь у нас... О! 4 набора палочек. Также баночка соевого соуса и Филадельфия. Здесь у меня вперемешку и сет, и ролл бонзай. А здесь, наверное, темпурный ролл. Обжаренный в панировке. Folks сет стоит 214 лей, а ролл бонзай стоит 85 лей. Темпурный ролл у меня отлично вот так вот в термобоксе, еще и с фольгой. Показываю, как выглядит все, что я заказал вблизи. Это первый темпурный, саке темпура называется. Дальше идет Филадельфия и саке маке. Они идут половина с огурцом, половина с рыбой красной, семгой. И здесь у нас ролл бонзай, тот, что с авокадо. Но я уже вижу, что кусочки авокадо какие-то совсем маленькие, не такие, как на картинке. И в этом лотке мы видим ролл Folks из общего сета. Сверху полито соусом терияки, скорее всего, но он уже размазался, когда крышечку закрыли. По чуть-чуть красного имбиря, 4 маленьких кусочка васаби, 2 баночки соевого соуса и 4 набора палочек. Я просил для 3 персон. В первую очередь хочу проверить вес. Folks сет должен весить 770 грамм. И ролл бонзай должен весить 215 грамм. Так как у меня здесь все вперемешку, мы плюсуем. Получается 995 грамм. Ну, грубо говоря, килограмм. Смотрим на весах. У нас кило 300. Даже если отминусовать коробочки по 10 грамм, то довес отличный. И это очень сильно меня радует. Но дальше попробуем, что это по вкусу. Ну что ж, начну я дегустацию с ролла бонзай, который я купил отдельно за 85 лей. Палочки стандартные, бамбуковые, одноразовые. Хочу попробовать соевый соус. Очень ядреный, такой крепкий и соленый сильно, но концентрация сильная. Он идет обвернут, должен быть авокадо. Я вижу здесь рыбу красную, вижу сливочный сыр, вижу огурец, сверху кусочек авокадо. Рыба здесь малосольная должна быть по виду, не копченая. Пробуем. Ну, сразу большой минус то, что у них не совпадает с картинкой количество авокадо сверху. Авокадо такой зеленоватый, но количество начинки очень неплохое. Я хочу попробовать, что это за рыба здесь. Кусок рыбы здесь приличный. Она почему-то разваливается. Выглядит нормально. Попробую рыбу. Рыба хорошая, совсем малосольная. Сливочный сыр. То есть рыба практически безвкусная. Только фактура рыбы и все. Но ее здесь много. Сливочный сыр классный, сливочность у него достаточно сильная. Ну, огурцы свежие, это я чувствую по вкусу. Но кусочек авокадо, конечно, совсем маленький. Не знаю, вроде все в этом ролле много рыбы, хороший сливочный сыр, все отлично, но почему-то он совсем безвкусный какой-то. Ну, им могу только посоветовать рыбу получше посолить, потому что она совсем безвкусная. Ну и авокадо, конечно, вот этот ни о чем. Но с соевым соусом. Соевый соус соленый. И он раскрывает, усиливает все вкусы. То есть по ингредиентам он хороший, но мне не понравился. Дальше переходим к сету, который стоит 214 лей. И первым я хочу попробовать ролл Folks. Что мы здесь видим? Красная рыба похожа на запеченную. Сливочный сыр, огурчик, сверху рис. И полито это соусом терияки. Что-то очень... соленая, но это точно не от соевого соуса. Я хочу попробовать эту рыбу отдельно. Да, она соленая, печеная, и она солененькая. Ну, я вам скажу, в общем, очень приятный такой ролл. Рыбы много, сливочный сыр сочный, дает сочность хорошую, огурчик свежий, хрустит. Ну, мне нравится, честно говоря. Но есть минус, получается очень соленый, особенно с этим соевым соусом. Он сильно соленый и рыба соленая. Пробую без соевого соуса. Без соевого соуса это более-менее. Соевый соус у них очень соленый. Если у вас есть где-то в холодильнике соевый соус нормальный,
то лучше используйте его. Васаби тоже, кстати, вкусный, качественный, такой, как и должен быть. Если в ролл бонзай у нас, наоборот, соевый соус дополнял, раскрывал вкус, то здесь наоборот все. Ну и сразу могу сказать, что этот ролл Фолкс все равно мне нравится больше, чем бонзай. Продолжаем сет Фолкс. Я хочу теперь попробовать вот этот темпурный ролл, так как он еще горячий. Он очень крупный, как вы видели. Давайте посмотрим, как он выглядит внутри. Здесь видно сливочный сыр, рыба печеная, скорее всего, судя по цвету и по фактуре, кусочек авокадо и пару кусочков огурца. Завернуто это в рис с нори. Они обжарены. Специальная панировка, панка, кажется, называется. Ну, с темпурными роллами так. Кто-то их любит, кто-то их не любит. Мне нравятся и темпурные, и запеченные. Сразу, когда ты его ешь, сразу яркий вкус рыбы. Опять же, он крупный, он очень сытный. Много сливочного сыра, но я не могу понять, что здесь кислит. Сейчас будем разбираться. А, ну здесь, скорее всего, огурцы маринованные. Нет, огурцы свежие, они горячие, они невкусные из-за этого становятся. Сливочный сыр, может, кислит. И сливочный сыр не кислит. Попробую рыбу. И рыба не кислит. А что ж тогда кислит? А вот сейчас не кислит. Очень странно. Кстати, рис сварен везде хорошо. К рису вообще нет вопросов. В общем, что я могу сказать по темпурному этому роллу? Это крупно, это сытно. Он, опять же, на любителя. Но по мне он вкусный. Здесь сочный сливочный сыр, рыба приличное количество, огурчики и кусочек авокадо. Все это сочетается отлично. Ну и плюс вот эта панировка жареная тоже дает свою хрусткость, ну и вкус. Мне понравились. Ну и у нас осталось самое интересное, это Филадельфия. То есть я считаю, что качество Филадельфии — это показатель всего заведения. И здесь еще вот эти сакэ-маки, капа-маки, не знаю. Они рис, огурец, нори, и рис, огурец и красная рыба. Так, пробую сначала вот эти мелкие сакэ-маки. Всякие маки. Пробую сначала с огурцом. Блин, ну огурец какой-то странный, невкусный. То есть у него нет такой яркой огуречной свежести. Она у него есть, но она уже такая полежавшая. Вот в чем минус. И пробуем сакэ маки с красной рыбой. А, здесь даже огурец еще есть. Вот эти маленькие роллы маки. Вот здесь, где, которые с рыбой. Рыба также малосольная. Но ее здесь очень прилично, очень много на этот небольшой ролл. Вот это уже другое дело, потому что, ну, все-таки рыба, она дает и фактуру, и вкус. Конечно, с огурцом это вообще ни о чем. Маленькие мне не понравились, а с рыбой мне маленькие понравились. Так, давайте я попробую имбирь и перейдем к дегустации Филадельфии. Имбирь отличный, ядреный, классный, не сладкий, а прям такой, ух, как и должен быть. Так, смотрим Филадельфию. Здесь, с одной стороны, я вижу много сливочного сыра, авокадо и опять же огурец. Слой рыбы, ну такой, приличненький. Пробуем. Филадельфия отличная, мне нравится. Она сочная, приличный кусок рыбы. Рыба малосольная, свеженькая. Внутри толстый кусок авокадо и, ну, также примерно такое же количество огурца. Все это, в общем, дает классный вкус Филадельфии. Много сливочного сыра, я сказал. Филадельфия прям классная. Они очень крупные и вкусные. И самое интересное, что там, где я заказывал, ну, это сайт доставки, у них Филадельфии отдельно нету почему-то. То есть Филадельфия только в сетах. Ну что ж, друзья, я могу подвести итоги и сказать, что лучше бы я взял только сет. Без ролла бонзай. Потому что непонятно, что здесь с авокадо сверху. Хотя здесь и много рыбы, есть много сливочного сыра, огурчик. Но он почему-то безвкусный оказался. Его дополняет вот этот соленый соевый соус. В сете Фолкс мне понравился по моему вкусу вот этот темпурный ролл. Он крупный, он вкусный, хрустящий и опять же сочный, много начинки. Потом вот этот ролл Фолкс из сета Фолкс тоже неплохой, но он соленый. Если его с этим соленым соевым соусом кушать, то будет слишком соленый. Вот это главный минус. В остальном он также мясной. Здесь запеченная рыба и сакэ-маки с семгой. Они вкусные, но рис, семга. И на последнем, на пятом месте вот эти сакэ-маки с огурцом. Они вообще ни о чем. Ну, рис, огурец и все. Вот такой вот обзор сегодня, друзья. Сет неплохой. Я вам рассказал свое мнение, что какое по вкусу. Вы уже дальше думайте сами. Если вам понравился этот видеообзор, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Всем
Приятного аппетита, хорошего настроения. Пока-пока.